Ты о, 5 катсцена минут. Пошла! Ооо, как она прикольно! Фига, тут катсцена! Я геймпад должен подсрубить. Фига, тут катсцена! Сейчас я тут пошаман немного. Сейчас первого раза мне машина выпадет, я отвечаю. В смысле? Подожди. Нифига, тут комплекс здоровый, это просто жесть. Какая машина? Подожди, у меня катсцена идет, я вижу. Да, в колесе удачи. Отвечаю. А. Нет, там ничего не было, у меня просто... Фига, тут катсцена. Это реально годно. Да-да-да. Чё, ко мне или к тебе идем? А, тут без разницы. Это ты? А, не. Это так прикольно выглядит. Это реально годное обновление просто. У меня катсцена прошла. Я тебя жду. Вот, Diamond. Программа, как купить? Казино. Купите. Ага, купить. Я пойду по РП парковаться. Да, обработка заказа. А, покупка оформлена. Все, теперь я партнер. Нифига тут... Кто-то опрессор припарковал здесь. Тихо, нифига тут тусовщик. А какой тут пентхаус лучше всего купить? Я вот этот покупаю. Как? А как его стоит? А как его редактировать? Я не понимаю, слишком сложно. Базовый. Я зашел в казино. Стой, подожди, тут так планировка. А чё так все сложно? Как тут? А, понял, принял. В принципе, вот такие. Уже 2 часа прошло, мы только что запустили. Да, далее. Купить. Обработка заказа. Все! У меня есть пентхаус. Я иду. Ого, какой тут дядька! Я так по-мажорски захожу в таком костюмчике деловом. Это так все красиво, боже мой. О, я загрузился. Добро пожаловать, Даймонд. Заходите, желаю приятно провести время. И, конечно, член казино имеет что-то там. Молодец, Винсент. Молодец. Хоть на этот раз клиента не отпугнул. Чудненько. Прогресс налицо. Пройдемте со мной, сэр. Добро пожаловать в казино отель Даймонд. Мы наконец-то открылись. Да, спустя 6 лет. Я Том Коннорс, начальник отдела гостевых услуг. К сожалению, как сказал Винсент, наше заведение только для... Ага, в плане доступа к играм и услугам такой закон на данный момент. Кстати, как раз до 19 июля, если подключишь Twitch, то... То на халяву дадут, да, я знаю. Yeah. Вот шампанское, давайте я вам все покажу. О, это босс, миссис Бейкер, это новый член нашего казино. А это мисс Агата Бейкер, наш директор. Бесплатное шампанское. Спасибо, Том, рада познакомиться. Желаю приятно провести время. Ты проведешь небольшую экскурсию? Конечно, мы ему покажем никаких приказов. Техасцев. Ну вот и хорошо. Но поговорим об этом потом. Хорошо, ну что ж, погнали за мной. Это мое рабочее место. Если я вам понадоблюсь, рад помочь вашим любым услугам. И, конечно же, с услугами для наш VIP-персон. А здесь располагается наш бар Пасьянс. Я приобрел членство, а теперь... Да-да-да-да. Это наш бар. Здравствуй, Том. Это зал казино. У нас есть все самые популярные игры. Бладжет, рулетка, свод машины, лошадные скачки, покер. Кого взять? О, я вижу, вас интересуют эксклюзивные услуги и игры. Вы приобрели один из наших эксклюзивных пентхаусов. Это самое упрощение роскоши, обставлены все по лучшему разряду апартаменты. У меня персонаж молчит такой, ничего не понимает, такой головой, только я такой, И разумеется, вдается ряд эксклюзивных бонусов, таких как бесплатная, что там... А, бесплатная рулетка, чудесно. Как заходить построить свой пентхаус, поднимайтесь наверх на лифте, я вам все покажу. Я сейчас сразу же эту рулетку с первого раза, надеюсь, скоро увидимся. Вы знаете, где меня найти? Я сейчас сразу же крутану вот эту рулетку. Нажмите Е, чтобы крутануть колесо. Колесо удачи, шансы. Фига тут кейсы CSGO. Я кручу. Так, на чё? Используйте ES. Опа-опа, сейчас с первого раза тачка выпадет, чекай. Кейсы CSGO. Мне почти машина выпала, но у меня шмотка какая-то выпала. Все, я вышел.
Масковая боевая рубашка. Ну-ка, стой, дай салам алейкум. Привет. А, это Богдан. Нифига ты тут приоделся. Да-да-да, ну-ка, стой, поговори. Нажми получить фишки и таб, чтобы на макс. Бонус за посещение казино, это раз. Так. Фига тут комплекс. Вот эту бы тачку получить. Ну, она у меня вот так и так уже есть. В магазине прислали эксклюзивные товары. Ну, дай чекну, что тут. А я не могу ничего... А, вот теперь могу пиджаки от Кутюр. А ты уже купил? Фига, нет, так-то тут отличается, причем очень сильная одежда. Слушай, она тут помажорнее. Бомпер пока... О, статуэтки можно купить прямо у этой кассирши. Где? Дай-ка лучше... Прямо у этой кассирши подходишь и покупаешь тут. Тут же можно... Да, тут же можно, короче... Для своего это... Нифига тут картина. О, 76 тысяч фишек. Вы там не образели, я, короче, пойду их подниму там где-то. У меня тут логотип GTA 5. Я пока что не знаю, тратить ничего не буду, я просто какой-нибудь... Я тоже тратить не буду. Для теста куплю. Поменяй стиль анимацию, там такие классные анимации. Это не Фарид? Нет, я. Капец, они сда... Просто это лучшее обновление. Лучшее. Лучшее. Мы еще миссии, кстати, не смотрели. Я покрутил. Это кто на БТРе золотом приехал в казино? Я уже просрал. Или нет? Нет, там два зеленых у плоти. О, нет, все. Главное это вовремя свалить из казино. Все. Мне хватит. Этот вообще в буху хуй. Иди сюда, пока. Пацану хорошо, алло. Я офигею, если ему машина выпадет. С первого раза. Давай, крутите барабан, поле чудес. Капитал ушел, поле чудес. Давай. А чё меня... А я уж... У меня персонаж ушёл. Нет. Тебе скидка? Скидка, серьезно? Скидка, сектор на что? Сектор приз на барабане, на... пацаны. Elite Travel. Travel. На самолет. А, на самолеты. Не, левел у тебя 220. Фарид, ты дурак. Ну, пошли. Фарид, ты дурак. Фарид. Давай. Фарид. Ты что делаешь? Я чувствую брат в геймпаде. Фарид, она жужжит. О, нифига ты! О, шо? Это что за каратист? О, ля-ля. Фарид. Я рисую. Я уже... Ты что меня бьешь? Ай, вот улетел. Вот это он на тебе. Фу, завоняло. Карате самое четкое, это просто так берешь такой... Ша-ша-хо! Ша-ша-ша-ша-ша! Пока там анимация испытывателя, ага. А, кстати, вон миссии, вон, вы видите на карте, вам звонила эта дурочка? Нет, она Агата. Мне еще не позвонила. Короче, вот эта Агата. Он на меня все выливает. Богдан, погнали в покер, на карте покер вон есть. Где? Пойдемте за мной. Давай, сейчас, погоди. Погнали, я согласен. Так, сделать ставку пара плюс, не делать ставку, максимально. На, еще 500. На. Вот, первого лица, это так прикольно. А как от первого? А. Ага. И сейчас Джон тупо с пацанами с пацанами чилим в покере. В GTA. Давайте, пацаны, кто сольёт, тот лох. Так, карты крупье. Пас. Карты крутые. Ответить, крупье. Взять крупье. Карты. Крутые. Так, пацаны, я пас, подождите. Я знаю, как играть в покер. А как посмотреть? Как карты посмотреть? А как карты посмотреть? Фарид, Фарид, ты как карты смотришь? Фарид! А, я не знаю, я у меня геймпад, но мне уже нравится. Ответить. А правило? Ну давайте быстрее. Давай, смотрите, что он будет разворачивать. Фарид, ты лох, ты останешься. В смысле, я карты не дам! Вы проиграли! У вас флеш, вы выиграли 50 фишек! О, пацаны, моё! 50 тысяч? 50 фишек. Сколько ты поставил? 5000. Чё 50 ты выиграл? Я не знаю, как это работает? Я тоже победил. Чё у вас нет перчаток, у меня одни, у одного? Да он в игре. А, у него руки чёрные просто. Ты в смысле, ты? Расист! На красное. И на чёрное 1000. Поставил, максимально 5000 тоже. Да. Я столько выиграл, пацаны, вы шо? Это ты на красное день. Поставил? Я на красное и на черное поставил. Один XBET не обманывает. Большие выигрыши! Один XBET! Ну?
там... Чё? Чё прыгает? У меня было 100к, теперь 64. У меня было 100к, стало 100к. О, какая-то баба. Пошла вон, овца. Чё, пацаны, красное ставить? Сразу вот так буду ставить. Я чёрное, наверное, поставлю. Чё за дебил к нам подсел, э? Отвечаю. Сколько я ответил? А как ты... 30 тысяч? Я 30 тысяч случайно ответил. Так, ладно. Смотри, какой... филин! Филин опять! В смысле, какие 10к? А, ты обычный интерьер сделал, а я черный сделал. Не, я не знаю, мне вот это коричневый более ламповый такой. А, я колоритный. Мне он напоминает офис, я рыганул от него. Али, потусим тут по казино чуть-чуть. Тут раздвижная дверь в парадшу. Нифига! Вот это Evolution Technology. А чё у тебя новое? У меня старые автоматы в мешалке стоят. Degeneration. Degenetron. Degeneration. Street Crimes. GTA. Не, ну это реально Degeneration. Ля. Вот. А, тут недостроенный бар. Наверное, каждый... Тут уже вот трупы валяются, алло! Это, кстати, помнишь, я тебе скрин кидал? Тут трупы валяются. Да, именно тут дебилизм. Вертолет упал. Мне кажется, Rockstar это просто... Вертолёт в бассейне, полицейский. Тут этого убили, который встречает на входе. Это не я.